У актера Михаила Пореченкова два брака. С первой женой, переводчицей Екатериной, Михаил прожил недолго. В браке появилась дочь Варвара. Со второй женой Ольгой Михаил расписался в 2000 году. У супругов родились два сына, Михаил и Петр, и дочь Мария. А в 2009 году Пореченков неожиданно узнал, что у него есть внебрачный сын Владимир. Юноше на тот момент было 20 лет. С его мамой Михаил встречался еще до первого брака, быстро расстался и не знал, что стал отцом. Но сейчас всячески помогает своему отпрыску и воспитывает внучку Мирославу.